Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Ведьмака 3, а я здесь пытаюсь замочить этого лешего, который доставлял нам-то, помните? Вот так вот, все, загнулся, смола лешего какая-то, вот так вот. Значит, бегал, всякой фигней занимался, всякую ерунду собирал, продавал, ну, в общем, такое себе развлечение. Так, значит, что у нас? Что у нас по планам? Надо починить, да, наверное, вот эту штуку. Сабельку ношу. Ну, покажите мне. 86. Нормально. А здесь кто? О, Миша! Миша! Сало! Сало мне надо. Вот, спасибо. Вот, спасибо, отличненько. И я, собственно, двигался. Зайка, ты чё? Умри. Зайка. Вот, спасибо. Мяско. Я, собственно, двигался к знаку вопросика. Хотел вопросик этот поднять и прибежал, а здесь леший этот долбанный. И я такой думаю, дай-ка попробую к нему забежать. Забежал, а он 20 левела. Но тем не менее, уже как бы уровень я его вижу, и поэтому решил, что имеет смысл, наверное, все-таки его как-то побить немножко. Оказался достаточно простой противник, но долго, очень долго, поэтому весь бой не стал записывать, самую концовочку показал, как мы его зарезали. И появилась у нас новая статья в бестиарии, которая описывает, наверное, его повадки. Пишет, что про что для него хорошо, а что для него плохо. Так, ну что тут, 100 метров там пробежим, нет? Оп, оп. Так, что здесь? Ничего хорошего. Ладно. Как нам теперь наверх забраться? Хоп! Отлично. Прям настоящий скалолаз. 60 метров осталось пробежать. О, тут какая-то палатка, смотри. Сокровище под охраной. Миша! Так, стопэ. У нас же есть какое-то масло против диких зверей, или как оно там? Вот, против зверей. Улучшенное масло. Смотри, мы еще можем заглотнуть какой-нибудь гром, например. Да не говори. Лучшая скотина. О, смотри, как ему хорошо-то становится. О, давай. Готов. Ух. Прям накидали. Еще сало. Прекрасно. Так, что за сокровище у вас тут? Чё даете? Клинок бригады Врихет. И все? Старая овечья шкура. Серьезно? Ну это... Это как-то не по-людски, мне кажется. Вот вообще ничего здесь нету, да, больше? А ну-ка, вот здесь. Вот здесь, что у нас? Сера и две банки бухла. Отлично. Пойдет в целом. Так, два мешочка, слиток какой-то металла у нас тут. Метеоритного железа. Неплохо. Неплохо, на самом деле. На халяву, как говорится, и уксус сладкий, да? Куда мы отправляемся дальше? Куда мы отправляемся? Вот здесь-то вопросиков-то. Смотри, сколько. Я хочу получить 11 левел. И уже потом у нас есть задание поговорить с бароном. Мы, соответственно, отправимся к нему в замок, с ним пообщаемся, потом кинемся на болото. Ну, в общем, дел миллион на самом деле. Но первоначально... Блин, а где здесь проезд? Ну-ка, плотва, погнали. Ты же вездеход у меня, 4 на 4, в конце до конца. Давай. Смотри, тут везде... Закрыто. Давай, прыжок. Хоть. Отлично. Да. Погнали.
Теперь нужно найти место, где выбраться. Вот там, по-моему, проехать можно было элементарно, да? Я тут исполняю. Уч! Зацепляйся! Зацепляйся! Ну! Геральт! Оп! Красавчик! Красавчик! Погнали! Сейчас отбежим немножко, чтобы у нас плотва сообразила, что надо за нами, в конце концов, скакать. Пошли. Оп. Понеслась. Понеслась. 300 метров. 300 метров до вопросика. Посмотрим, если там слишком прям круто. Так, значок какой-то был. Кто здесь? Ах, как гнусный же ты. Накер. Накер долбаный. Тоже мне. Сердце, кровь. Отлично. Ну, на них останавливаться не будем. Такие еще товарищи. Надоедливые. Поэтому... Да давай, не кагачи мне. Погнали. Сейчас по-быстрому нам надо все делать. Вопросики забираем. Сокровища там всякие под охраной. Там может быть какие-то... А то что у вас? Есть у вас тут гнездо? Чудовище? Еще что-нибудь такое? Так... Тихо, тихо, спокуха. Да спокуха, я вам сказал. Так, накеры это у нас... трупоеды, нет? Или не трупоеды? Бестиарий. Реликты. Да, леший оказался реликтом. Проклятые трупоеды. Накер. Проклятые... Подожди, а кто вы? Огры? Серьезно? Маленькие огры. Накеры против огров. У нас есть. У нас есть подарок для вас, рассаженцы. О, пошла жара. Мелкий гаденыш. Все? Сдаем. Сдаем мутагены, сдаем когти, клыки, мозги, там, ну, все что угодно. Кости вот всякие. Так, еще там пополнение идет. Айда сюда. Хватит бегать. Сюда иди. У меня времени на тебя нету. Что, драться расхотелось? Драться расхотелось, говорит. Мутагенчики, все прекрасно. Так, что за трава здесь? Кровостой. Пойдет. Бегаю, как ошалевший что-то. Так, там какие-то трупачки, кто-то, наверное, зайчиков режет. Еще один. Ну ты какой шустрый. Ну-ка. Ну что, посуда? Все. Ну. А что, лутецкого не будет? Вот, спасибо. Синий мутаген. Здесь кто у нас? Дохлый зайка. Нормально. Нормально, все забираем. 150 метров еще бежать. Пошли. Тут может быть какие-нибудь гнезда, чудовища, еще что-нибудь будет. Поэтому мы сейчас все пособираем. О, Миша еще один, смотри. Миша, привет. Стопаем. Меч не хочется тупить. Против вампиров, против зверей. Меч не хочется тупить. А подожди, а я же его бью-то. Господи, что я делаю? Я думаю еще, почему не увеличилось у меня, да? Мы же их простыми сабельками. Хыть. О, о, вот это души. Вот это я понимаю. Все. А я еще думаю, что такое? Вот, медвежье сало. Отлично, давайте посмотрим теперь алхимию. Я вот уже насобирал масла. Улучшенное масло против трупоедов. 4 медвежьего сала требует, смотри. Тут одну единичку сала. Желудок пещерного тролля надо. Еще желудок пещерного тролля. Здесь глаз Иринии. А здесь рубеда. Ну, вот сало. Вот две штуки сала. Уже 3. 4. Короче, еще 4 сала надо. Но, тем не менее, мы изготовили... Подожди, может быть, бомбы какие-нибудь, нет? Алхимическая субстанция. Мутагенчиков покрафтим. Большой вот мутагенчик. Еще мутагенчик зелененький. Что-нибудь еще? Синий мутагенчик. Еще один. Еще один. Прекрасно. Теперь один большой. Великолепно.
Бомбы мы не можем. Отличный сон дракона. Нам надо всего лишь эфир. А эфир мне говорили где-то крафтится. В алхимии? Нет, алхимическая субстанция. Альбедо. Купорос. А, вот, рубедо. Смотри, мне нужна белая чайка. И эфир, да? Тоже белая чайка нужна. Так, стопэ. Белая чайка. Это что такое вообще? У меня вот плохо с этими. Улучшенная Иволга у нас, кстати, есть. Подожди. Эфир. Белая чайка. Я понимаю, что, наверное, смешно это смотреть, но я вот с алхимией вообще не дружу. Я ей никогда не пользовался и не знаю, что это такое. Отвар, 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 отвар. Тут одни отвары. Да, отвары всякие. Масла. Нет. Эфир. Алхимический ингредиент. Ну, не знаю я. Нет у меня такого вот. Может быть, не увидел опять. Неважно. Неважно. Разберемся и скрафтим. Может быть, здесь рецепт нужен какой-нибудь, скорее всего. Который я еще не нашел. Да? Так, это кто? О, привет, это у нас трупоеды. Вот мы сейчас на них и обновим новое маслице. Вот это вот против трупоедов, которое, да, оно дает нам 25% силу атаки. Эй, спрятано сокровище. Гульки. Ох, скриптатов срандель. Пойдет. Это я ему сильным ударом скрипта. Смотрю, он еще регенерирует, типа. Давай. Давай мне свои кишки, печенки. Продаются достаточно хорошо, поэтому... О-о-о, смотри, что есть красненькое. Что-то там можно это проломать. И, соответственно, забрать. Да что ты? Прям не сопротивляйся. Это будет быстро и не больно практически. Ну, я думаю. Так, здесь сокровища. Они где-то внизу. Ну, я уже понял. Они там закрыты, наверное, да? Надо проломить. И, соответственно... Так, ништячки. Смола, рубиновая пыль. Вот сундучок есть. Безупречные всякие янтари. Так, здесь у нас... Прекрасно. Давайте. Медовые соты. Медок. Я вот в реале мед вообще не жру. Ну вот, блин. Ну не люблю я его как-то. Пироги медовые всякие тоже вот как-то не очень. Самая подлянка заключается в том, что, знаете, вот есть как бы это в семьях, в разных, типа там какое-то семейное фирменное блюдо, да? Так вот у нас считается прям объедением торт, который мама готовит. Медовый такой. И прикол в том, что все прям такие типа объедения, а я его не могу жрать. Вот. Как-то вот так вот. Да. Так, оленья шкура. Что здесь еще у вас? Лунные осколки. Спасибо. Так, что мы можем? Так, здесь же какой-то прах мы можем насобирать, да? И тому подобные вещи всякие разные интересные. Уголь. Уголь пригодится. Тут какое-то массовое погребение, массовое сжигание непонятно кого. Так, что у вас здесь? Ну, ну вот он же, я хожу рядом. Дайте мне. Нет, не даете? Да плевать. Пошли. Так, здесь мне нужен арт-вырищ. Заходим. Врываемся. Дратва, хлопок, смола, дерево, паутинник, слиток двимерита. Может быть, я ошибаюсь, но это, по-моему,
О, смотри. По-моему, это самая клевая. Так, смятая записка. Самая клевая руда вроде как, да? Пришли солдаты, нашли, наши ли чужие, не знаю, уже не важно. Я услышал, как они едут по большаку. В подвал они, может, и не заглянут. Всю ночь они убивали и насиловали, я слышал. Не знаю, удалось ли еще кому спрятаться, может и никому. Я, когда на минутку приоткрыл дверь, видел, как они вытащили Антося. Тот спрятался в поле, в стогу сена, под которым я закопал свои вещи. Его забили цепом. Потом услышали, что я внутри, я им не открыл. Думал, меня сожгут живьем, как тех, что спрятались в амбаре. Но они только захлопнули дверь. Чтоб тебе подольше подыхать пожелали. Потом сели на коней, теперь все тихо. Слышно только мух, которые слетелись на трупы. Я попробовал выбить дверь, подкопаться, не выходит. Слышно, как пришли люди, чтобы грабить тела. Уж не знаю, чего там брать. Должно быть рубахи и портянки. Я звал на помощь, не ответили. За ними, наверное, придут только гули. Да, пришли только гули, на самом деле. Так, мы подобрали ключ от сокровищ и можем... Ну-ка, Геральт, давай, не застревай. И можем, соответственно... Там, смотри, вот пулемет бы мне какой-нибудь, да? И можем, соответственно, двинуться по каким-нибудь следам. Осмотреть место вокруг погреба, где укрывался умерший. А, то он под стогом сена говорил. Вот оно. Привет. Привет. Тихо. Да, я хочу взять, чтобы... Кираса из Макдейры. Улучшенное седло. И бухло стандартно, да? Хорошо. Давайте на кираску посмотрим. Минус 5. О, ну такой прям панцирь, смотри. У нас и перчи такие в цвет все вообще. Просто шоколадка. Ну ладно, пока в этой фуфайке побегаем, дальше будет видно. Погнали. Оп. Что это? Кровостой. Так, и где-то недалеко. Где-то недалеко. Вот же вопросик, да? Это я случайно наткнулся на это спрятанное сокровище. Мне нужно вот сюда. Тут, наверное, грабители живут, да? Лагерь бандитов, да. Здорово, пацаны. Я к вам. Я к вам с миром. Ну, практически. Себе оторви. Ну давай, стреляй уже. Оп, промазал. Еще разок. Оп, готово. Все? Все закончились. Где-то пчелы. Слышу пчел. Они где-то рядом. Где-то слева, да? Шкурка такая знатная у них. Подожди. О, вон он, на земле валяется, оказывается. Нифига себе. Куриная ножка, ударный болт. Дубинки себе оставьте. Медовые соты. Да что пос... Мухи, пчелы. Долбаные. Так, давай. Медовые соты, спасибо. Дубинку себе оставь. Бутербродики мы заберем. Что еще тут есть у вас такое? Тяжелая палица? Нет. Масло, шкура, ремешки. Составной болт, смотри. Реликт 20 штук. Ударный болт, арбалет. Прикольно. Опять бухло. И на этом вроде как все, да? Вон там, там кто-то есть. Там кто-то есть. Так, надо поточить что-нибудь. Хочу заглянуть туда. Кто тут? Трупачки. В смысле, утопцы, против которых работает масло против трупоедов. Давай. Налетай. Не скупись. Покупай. Живопись. 4-го левела. Готово. Там еще два бегут.
Нет, не бегут. Печень, язык, волокна, глаз, мозг. По-моему, полный комплект. Можно Франкенштейна собирать, да? Привет. Оп, мимо. Свободные. Прекрасно, прекрасно. А где лутецки с вас? Эти жадные какие-то. Так, отлично, давайте смотреть на карту. Куда мы отправляемся? Можно, в принципе, вот здесь вот пробежаться, да, и деревня какая-то проверить, чекнуть на наличие этих столбов телепортации там, или как они там правильно называются. Эй, кто здесь? Хозяева? Вон там мужик красный какой-то стоит, видели? Каннибал! Выходи! Ну давай, сука! От такого слышу. Ну ты выходишь, нет? Тут сам зайду. Лунные осколки, спасибо. Раствор ртути. Смотри, он тут развлекается. Он тут хозяев, похоже, съел, да? Гномские проказы читать. Наберите серые из собачьего уха, смажьте ее хлопчатобумажный фитиль, вставьте в новую лампу с абажуром зеленоватого оттенка и установите указанную лампу промежду возбужденной толпы. И они непременно присягнут, что узрели собачью голову, и это будет не волшебство, но добрая шутка. Ты смотри, шутники. Однако здесь живут вареники. Ну вот до этих я не знаю, как добираться, вот, которые наверху. Да? Ну, не знаю. Неважно, погнали. Песика даже убили. Собачку жалко. Так, ракушки, рыба сушеная. Это мне все крайне необходимо, конечно. Факел тоже поджечь, потушить. Так, стоп. Еще один не забрали. Раковина. Отлично. Все, Геральт, пошли. Вон там мост. Переправляемся. Там сразу же будут два вопросительных знака, которые мы можем, соответственно, проверить, взять. У нас уже практически 11 левел. Прям вот кропалик остался. Получаем 11 левел и идем к барону. А дальше там к ведьмам. Ну и подальше по списку, соответственно. Кто здесь? Собаки. Покажи, что умеешь. Собачки. Ну-ка, иди сюда. Да, хватит прыгать. Тоже мне сало. Ну, кстати, я в одном магазине сало неплохо так замотал собачье. Его там нормальное количество было. Не уходи далеко. Оп. Оп. Ага, не ожидала. Думала, уворачиваться буду, а я просто заблокировал. Мастер. Так, давай смотреть. Вопросики впереди. А тут их, смотри, прям целая шеренга. Оленята. Чего вы орете? Утопцы, что ли? Ну, неважно. В любом случае, какие-то трупоеды. Опустевшее селение. Мимо. Одним махом, двоих побивахом. Эй, жмуры. Чё жрём? Помогу тебе, а то слишком долго горишь. Прекрасно. Жители... О, это... Блин, надо было сначала залутать, а потом уже этих возвращать, да? Смотри, эти, с Нильфгардом. Нильфгардские стражники вернулись. Да, Геральт. Обломись-ка. Полутаться. О, да, уровень 11. Чего вы свистите? Ты какой левел-то вообще? А то я бы с вами бы занозился. Ах ты, сука, спихнуть меня хотите? Сегодня плохой день. О, все, вот я про это и говорил. Так, тихо. Тихо.
Тихо. Стопе. Стопе, стопе, бро. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Ох, ты ж как больно-то, а? Ох, там еще лучники. Да твою ж-то. На, лови. Ну-ка еще разок. Пошел вон. Не мешай мне. Пиндец. И я вернулся. Так, давай. Для начала прокачаем навыки, да? Что у нас тут есть? Давай вот это вот. Отлично. И, собственно... Геральт, спасибо за все. Пошел ты, предатели. Приставали любовников. Нильфгаардский салат. Смотри, сколько лута, а. Блин, надо было сначала залутаться, потом уже это все. Вот неблагодарные сволочи. Так, как мне с вами поступить? Так. Ну я же упертый парень. Давай-ка. Че у нас там? Какое-то масло проклятых. Яд повешенного. Давай. Отлично. Есть. Дальше. Вы расстроили стражу. Чем я расстроил? Я вас сейчас так расстрою, что мало не покажется. Акси. Ой. Ой. Я пошутил, что ты вот творишь-то. Да ладно. Так, дубль 2. Нет, дубль 3 уже, да? Так, это прокачиваем. Хорошо, дальше. Открываем инвентарь. Берем яд повешенного. Я не прекращаю своих попыток. Сейчас. Сейчас все будет. Так, Квен. Расстроили стражу. Арт. Акси. Ну-ка. Спрячь оружие. Да. Ты че, блин? Ты че? Псина. А как вот я раньше делал так, что они у меня прям с этими были? С... Ну вот так же, с черепками, да, прям вообще сильные. А я их как-то каким-то аксием там, я не знаю, я их что-то как-то делал, вот так вот, да, и убивал с первого удара, то есть там просто втыкал в них меч. О, больно. Псина. Оп. Смотри, он прям отпинывается, да, такой? Прошаренный. Ой-ой-ой. Ну, у вас что-то много как-то. Превосходящие силы противника. Оп. Гори, подлюка. Иди, иди сюда. Хо-хо. Да я только повешал. Ой. Отлично. Гори там. Сука. Да не говори. Да чтоб тебя порвало, попал. Ух ты ж. Там еще собаки лают, смотри. Сейчас за жопу укусят. Такой, так, пожрать же надо. Да чтоб вас. Так. Очередное. Очередное. Ладно. Время тратить не будем. Я еще к ним вернусь. Так, спрятанные сокровища, смотри. Здесь есть что-то спрятанное. Здравствуйте. Неотосланное письмо, давай прочитаем. Да благословит тебя Мелителий, Нитель.
Не Тельф, а в том сундучке, что ты мне дал отвезти, там было что-нибудь ценное? А то так приключилось, что сундучок этот выпал из лодки, и только я его и видел. Я пробовал его выловить, но там на дне какое-то лихо живет, должно быть. Сколько раз я сеть закидывал, вынимал порванной. Может, я смогу тебе это как-то компенсировать? Например, скидками за будущие доставки. С уважением, Виллих. И немножко он умер от того, что он так вот поступил. Мне кажется. Получил, да ныряй ты, чтоб тебя... О! Получил перо промеж ребер и соответственно, уснул сразу же. Давай глянем, что здесь у нас стоит. Карваль. Прекрасно. Прекрасно. И куда мы отправляемся дальше? Вот сюда. Погнали. Можно по пути какую-нибудь крушину собрать, да? Роголисник. Интересно. А здесь что? Кровостой. Отлично. Бежать недалеко, 80 метров. Погнали. Может быть, еще Миша какой-нибудь здесь заблудился. А, это ласточка на трава. Миша, может быть, какой-нибудь заблудился здесь. Вон там, смотри, целая орава. Там собаки, наверное, по-любому. О, сколько вас здесь. Шавки. Гнусный же ты. Подходи по одному. Ну, на них внимание... О, там волки, смотри. Здорово, смотри, валяется прям. Чё? В рассыпную. Все. Босс пришел. Всем лежать. Прекрасно. Так. Пойдет. Пошли посмотрим, что там дают. Что тут есть хорошего? Сокровища под охраной. Кто охраняет? Гули охраняют. Так, секундочку. Ну-ка, Геральт. Не тормози. У нас же маслица есть. Новая. Альгуля-то, смотри. Это что такое? Он шипастый. Ага. Так, подожди, я что-то помню. И с ним, по-моему, можно что-то сделать. А Ардам, нет? Нет, не Ардам. Подожди, Аксем. Короче, что-то с ним можно же сделать. Ну, давай. Да, хватит ошеломления. А, все, вон, смотри, убрал. Готов. Альгуль. Синий мутаген. Костный мозг Альгуля. А, неплохо. Сапоги кондотьера. Давай посмотрим. Рубин прах. И у нас же там и меч какой-то неплохой подобрали, да? Соответственно, можно... Прах. Еще меч какой-то. И, соответственно, мы можем посмотреть, что там у нас такое. Так, давай тапки посмотрим. О, тапки хороши. Перчатки не очень, доспех не очень. Меч. Гарваль. Минус 4. Ну, как-то не очень круто на самом деле, да? Минус 16. Такое все себе. Но кроссы себе заимели нормальные. Тут те, похоже, стоптались уже. Так, давай смотреть. Дальше отправляемся. Вот сюда. Когда-то же надо этими вещами заниматься, правильно? А может быть, пока будем бегать, что-нибудь найдем. Какой-нибудь, я не знаю, квестик интересный. Еще что-нибудь такое. Вон там повозка, смотри. Сокровище под охраной, да? Туманник. Подожди, а туманник это кто у нас? Туманник. Надо вот их всех запоминать, всех знать. Может, гибрид, нет? Духи-призраки? Туманник. Нет? А кто ты? О, Альгуль у нас появился, да? О, туманник. Трупоед тоже. Никогда бы не подумал. Он же типа...
как бы такой относительно бесплотный. Четвертый левел, а такой злобный, да? Мозг, туманник и мутаген. Так, небольшой ключ. Лорены, спасибо. А здесь что у нас? Письмо и цветы. Давай прочитаем. Янек, конечно, мы примем вас под свой кров. Что за вопрос? Приезжай со всей семьей. Война к нам еще не пришла, еды у нас доволь, может даже слишком. Брюхо у меня последнее время растет, как будто это мне еще одного сопляка рожать. Так что если вырвешь у меня изо рта немного пива и рульки, то окажешь мне большую услугу. Мы уже готовим для вас постели, жить будете на чердаке. Там удобно, только не забывай пригибаться, когда будешь подниматься по лестнице. Удачной дороги, скоро увидимся. Матвей. А, не доехал. Используя ведьмачье чутье, найти ценности неподалеку от разбитой телеги. А значок-то смотрите какой. Кровный холст. Большой рунный камень Марина. Прикольно. Все, больше ничего здесь нету. Ничего хорошего. Вон там кто-то живет еще. Пошли посмотрим. Пожрать надо. И сохраниться. Да. Гнездо чудовищ. Гули. Скотина. Застрял чувак там. Печень, кровь. Прекрасно. Странные. Странные какие-то гули. Ну-ка. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Махмуд, поджигай. Бомбочку. Давай. Бэдыщ. Прекрасно. Что дают? Всякие ништяки. Отлично. Так, может быть, какие-то сундуки здесь еще есть. Вот карета разбитая, да, смотри. Бутылка воды. О, меч из обрезков. И улучшенная ласточка. Улучшенная ласточка. Это же не может не радовать. Давай посмотрим. У нас же еще арбалеты есть какие-то крутые, модные, да? Вот, плюс один дамага. И еще я какой-то арбалет находил. Где он? Вот он. Тоже плюс один, но это 21 левел нужен. Офигеть. Так, алхимия. Давай смотреть. Улучшенные эликсиры. Сначала... Улучшенная ласточка. Мы ее, кстати, можем скрафтить, смотри. Вообще фигня по ингредиентам стоит, да? Отлично. Отлично. А здесь надо... Ну, в общем, мне нужны желудки пещерных троллей. И... Ну, в общем, и медведи мне нужны. Сало. Никак не залезть. И, соответственно, сало мне надо. Так, здесь что такое? Ну-ка, погнали дальше. Тут они прям сплошняком идут, смотрите, вопросики. Прям неплохо бы, да, сходить так. Все проверить заодно. Так, травку собираем, не забываем. Лагерь бандитов. Смотри, а там все дохлые почему-то. Я вот вижу уже, что все там не особо живые. Так, здесь никаких ништяков у вас не спрятано. По-моему, нет. Тут все какие-то не особо живые. Кто вас убил? Смотри. Тяжелая палица. Топорик. Кто вас замочил-то? Новиградский длинный меч. Топор. Нет, мне это не надо. Я даже никого не слышу в округе, смотри. Может быть, они вот с этими гулями хлестались, которые... Масло, двемеритовая руда, еще составной болт, ударный болт, арбалет. Ну и все. Пришли, полутали, ушли. Прикольно.
Даже никого убивать не пришлось, да? Ну, можно, например, дальше куда отправиться? Сюда? Ну, пока что не хочу. Давай вот... О, кстати, вот я забыл, да? Погнали. Плотва. Это мне нужно. Пошли. Поехали. Поехали. Давай. Давай-давай, понеслась. Сейчас через мост сразу к тому вопросику. И... мы можем отправиться... Да, кстати, можно к барону, но у него же оружейник был вроде как, да? Ой, собачки, мясо, сало, покуха, покуха, говорю. Стоп вас. Отлично. Давай. Сало, сало. А мясо? Мясо есть? Мясо. Один кусочек всего. Еще сало. Ну, такое. А вы что здесь стоите? Нильфгард, блин, ядрен батон. Что за хрень? Ты что там высматриваешь? Тут собаки? Куда? На куда кину гору? Вперед. Мост мародеров. Тут-то я и смотрю, они стоят там, мышей не ловят вообще абсолютно. Собаки от рук отбились. Что здесь? Спрятанное сокровище. Эй! А охрана. Охрана. Одно бухло. Так, спрятанное сокровище. И что здесь такого? Откуда вы здесь взялись-то? Никак вы, блядь, не научитесь. Да не говори, Геральт. Заколебали. Ты мне, пес, сейчас поплатишься за все это. Давай. Отлично. Маленькая дубинка, себе оставь. Письмо. Давай почитаем. Дрэбик, слушай сюда, тупой. Ну, в общем, неважно. Если будешь держать добычу у всех на виду, она у нас надолго не задержится. Ты что думаешь, кроме нас тут нет разбойников? Но ты-то, может, так и думаешь. Я знаю, что ты болван. Так вот, что я тебе скажу. Нет, есть и другие. Так что будь хорошим мальчиком и перепрячь добро в такое место, где только мы с тобой сможем его найти. Иначе я тебе гузно так надеру, что оно покраснеет, как арбуз. Метки. Отлично. Пошли. Пошли искать. Ну, там еще собак целая орава. Похоже, бегает. И там еще целая орава. А, это накеры, смотри. А накеры у нас, я уже запомнил, накеры это у нас... Это у нас огры. Маленькие, беспонтовенькие. Иди сюда. А можно как-то их... Да что? Стоп тебя. А можно как-то, ну, блокировать сколько удар? Сколько мне еще ждать? Оп, сейчас умру же еще. Удары что-то парировать не получается. Вот волк нападает, да, получается удар парировать. А здесь что-то как-то не очень. Так. Кто там еще? А ты что, братан? Эй. Ну, в самом-то деле, твои друзья уже на пару с чертями там развлекаются, а ты здесь что-то отстал. Хорошо, пошли наверх, посмотрим, где тут у них склад. Что за клад здесь они закопали? Грибы-шибальцы. Ага. Волокно, метеоритная руда, чертеж, вершитель судеб. Отличный чертов гриб. Эссенция элементаля. А ну, в принципе, пойдет. Да? В принципе, пойдет. Ну, чертов гриб, это улучшенный. Это отвар какой-то, по-моему, да? Или что это такое? Неважно. Все равно не пользуюсь. Эй! Покажи, что умеешь. Хватит оленей гонять. А где твои друзья? Вон друзья бегают. Эй, друг. Ты чё? Готов.
печень волка. Прекрасно. Прекрасно. Зайка, беги. Тут волки бегают всякие. Сырое мясо. Так, значит, следующая остановка у нас мост мародеров. И из него мы отправляемся. Ты упоротый, что ли? Протаранить меня хотел? Ну-ка, Геральт. Вот так вот. Тоже мне. Прям на меня бежал, видели? О, у вас тут свалка, смотри какая. Ой, в рассыпную. Пойдет. Еще накер где-то там. О, тут смотри, можно прям охотиться. Ты где там? Видели, он под землей сидел. Но мой меч его достал прямо из-под земли. Шикарно. Что за избушка на курьих ножках? Так. О, слышали? Геральт, прекращай. Не позорь меня. Так. Там, похоже, это водная баба. А водная баба это у нас тоже трупоед. Поэтому пошли. Зарежем. С нее вроде как какая-то водная эссенция падает, да? Уа-уа-уа. Эй, иди сюда. Куда ты ломишься? Бабуля. Бабуля. Ты какая неблагодарная сволочь. Водная эссенция. Она, кстати, я не мог найти эту водную эссенцию, и я одну штучку покупал на рынке, ну, в смысле, у торговцев. И она что-то прям вообще крутовато так стоит. Прям реально крутовато. Мне, по крайней мере, жаба задавила, это я точно помню. Покупать ее. Так, и мы отправляемся... И мы отправляемся поговорить с этим... В замок Вороницы мы отправляемся, да. Поговорить с бароном нам надо. Обсудить дела грешные. О, что-то горит. Что-то у них там запалили. И, кстати, времени-то прошло уже достаточно много. Люди, замок горит! Караул! Спасайся, кто может! Не убивайте! Кто о чем лысые расчески? Ну ладно, он, наверное, горит уже не знаю сколько дней. Наверное, еще немножко потерпит. На этом, ребят, будем заканчивать. Увидимся с вами в следующем видео. Потому что сейчас, наверное, с бароном придется пообщаться. Он какое-нибудь задание даст. Потом нам на Кривоуховой топе придется идти. Ну, в общем, дел будет миллион в следующей серии. Будем подбирать хвосты и двигаться дальше по сюжету. Потом Кейремец надо на остров мотануться. Я говорю, дел миллион. Так что всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока.